На поле, принадлежащем сельхозпредприятию Козинки Агро, практически одновременно вспыхнули две скирды сена. Огонь был такой силы, что пожар видели мазыряне, жители окрестностей 4-го микрорайона. На борьбу с разбушевавшейся стихией у спасателей ушло около получаса. 50 тонн сена уничтожено, 250 удалось отстоять. Предполагаемая причина происшествия – поджог. Милиция устанавливает личности виновных.